Всем привет, меня зовут Вика, и Новый год уже не за горами. И поскольку время еще есть, можно и нужно уже задумываться над подарками для своих родных и близких. Но перед тем, как мы приступим к началу этого видео, у меня для вас есть очень много новостей, так что обязательно выслушай их, а потом мы перейдем к самому видео. Так, первое, если ты хочешь попасть в мое видео, да даже если ты не хочешь попасть в него, задавай свои вопросы внизу в комментариях под этим видео, или же под первым, внимание, первым незакрепленным постом ВКонтакте на моей странице, и я обязательно отвечу на твои вопросы. Кстати, напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты от меня какой-нибудь новогодний подарок или новогодний конкурс? Для меня это очень важно, поэтому обязательно напиши внизу в комментариях. И да, поскольку в этом году у меня нереальное количество идей для новогодних видео, то раз в две недели, а то и раз в неделю, кроме пятничного, будет выходить и дополнительное видео. Поэтому подпишись на мой канал, чтобы не пропустить все эти крутые видосики. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы смотреть его первым и не забывать про него. А мы начинаем! И в этом видео мы с вами устно разберем, что, как и кому лучше подарить на Новый год. Также в одном из последующих видео мы с вами разберем, как и что грамотно упаковать. Также будет очень много DIY идей, вариантов DIY подарков, сладких коробочек. В общем, очень много всего классного, так что правда подпишись на мой канал, чтобы не пропустить все эти видео. И мы начинаем. Так вот, я себе вот тут уже набросала большой список, чего и что и как, так что давайте начнем. И все подарки, которые мы можем подарить нашим родным и близким, мы можем разделить на три категории. Для женщин и девушек, для мужчин и парней и для детей. Начнем мы с прекрасного женского пола. Отличным подарком на Новый год станет бижутерия. Всякие колечки, кулончики, браслетики. Они нереально поднимут настроение и сильно не ударят по вашему кошельку. Также отличным подарком станет косметика. Всякие недорогие помадки, карандашики для бровок, лаки для ногтей. Это относительно недорого и это реально может порадовать вашего дорогого человека. Если вы рассчитываете на подарок свыше 150 гривен, то очень хорошим вариантом для вас станет серебряное кольцо или серебряная цепочка. Это очень порадует вашего близкого человека и доставит море удовольствия. А теперь перейдем к мужским подаркам. Отличным подарком на Новый год станет бабочка. Хотя бы потому, что это относительно недорогой подарок, и я думаю, вашему брату, мужу, парню, папе понравится этот подарок. Если же ваш мужчина, папа, брат, друг, неважно, увлекается телефонами, то отличным подарком на Новый год станет чехол для телефона. Ну а следующий подарок, он очень банальный, но в принципе, я считаю, почему бы и нет. Это носки. Серьезно, это как расходный материал, он всегда нужен и всегда понадобится и порадует вашего человека. Ну а если вы рассчитываете на более дорогие подарки, свыше 150 гривен, то неплохим подарком станут запонки. Перейдем к детским подаркам. Если же у вас маленький ребенок или маленькая сестричка или братик, то отличным подарком станут раскраски. Это очень развивает детей, и я думаю, вашей малышке или малышу это понравится. Если ваш ребенок еще очень маленький, то всегда хорошим подарком для ваших знакомых, братиков, сестричек станут вот такие, знаете, детские кружки, которые продаются в наборе. Этот подарок будет смотреться очень мило, и я думаю, всем он понравится. Также не стоит забывать про мягкие игрушки. А теперь поговорим об универсальных подарках, которые подойдут буквально всем. Конечно же, это книги, сладости, разные тематические коробочки, там, допустим, если твой друг, подруга, мама, папа любит сверхъестественное или же Гарри Поттера, то можно сделать небольшую коробочку, где собрать атрибуты. Вот такого типа коробочки, они нереально порадуют вашего близкого человека, и это будет замечательным подарком. Я еще раз хочу вам сказать то, что все подарки, которые мы выбираем, они должны зависеть от интересов ваших дорогих и близких, так что я надеюсь, вы справитесь с этим. И если тебе понравилось это видео, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях по поводу конкурса, а также не забывай задавать свои вопросики. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!